В Анапе прошли межрегиональные соревнования по смешанным единоборствам и открытый турнир по всестилевому карате. Около 100 спортсменов из 4 регионов нашей страны приехали в Анапу, чтобы определить победителей по различным видам боевых искусств. Курорт представляли ребята из клубов «Кузня», «Южный Будакан» и «Патриот». По итогам состязания анапские бойцы заняли первое общекомандное место. Среди победителей – Демидов Антон, Мазманян Самвел и Амбарян Алекс. По словам президента городской федерации всестилевого карате Анапы Арсена Курбаналиева, эти соревнования очень важны для спортсменов. Во время схваток они могут оценить свои сильные и слабые стороны. Ведь впереди у них первенство Южного федерального округа, а у троих анапчан – выступление на чемпионате мира.